Солгрин. Солгрин, ты сегодня отхватишь. Всем привет. Ну что? Снова и снова пытаемся насолить в овсянку Солгрин. Так, надо вспомнить, как это управляется. Ну что, Солгринчик. Соник. Ну, блин, я неправильно прошел. Но если я с первого раза дошел до Соника, это уже радует. Потому что первую стадию то мне уже надо проходить вообще по-быстрому. Так. Размикрил. 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 Ай-яй-яй. Размикрил. Фу. За две смерти дошел до второй стадии. Хотя я еще не дошел. Надо запрыгнуть вначале. А, ну и дурак. Ну дошел все-таки, дошел. Вообще промахнулся, прикол. Он. Он в стену попал, что ли? Да как, ну дно. Ну короче, первая стадия для меня уже изичная стала. Но это спустя, блин, 1200 смертей. И то ошибки-то все равно делаю. Еле-еле размикрил. Больше повезло скорее. Блин, ну надо было вообще не прыгать. Произошло. Фу.
Блин. Хоть бы посмотреть, какие у него атаки там на второй стадии, а то я только одну какую-то видел, и то я даже не понял толком, что это было. Блин, тормоз. Вообще что-то не там. Отлично. И как от этого увернуться, лол? Я не пойму, как от этого увернуться. В тот раз меня эта же штука убила. Надо стоять, наверное, на верхней платформе и спрыгивать на нижнюю, что ли. Блин, зачем он второй прыжок сделал? Как я задел это?
Реально, мне так мало уходит времени, чтобы понять вторую стадию, что там делать. Хотя бы первую же атаку. Это может очень надолго затянуться. Как она меня задела. Размиксил. Ну дно, блин. Да, но это он слишком близко появился. Что-то было. Блин, зачем такие смерти? Чё же так рано побежал на раунд? Что ж такое?
А чё он упал? Блин, близко. Так, Костабрик, а при чем тут я-то? Это он сам выключает. Он сам же выключает, потому что Good Game глючит. В смысле игнори? В смысле, я не игнорю из КВ, КВ. Кто сказал, что я игнорю? Да не буду на другой сервис стримить, надо этот починить. Зачем мне другие сервисы, если они только хуже? Сейчас я сервер сменю. Настройка. Вот поставил другой сервер сейчас. И чё, оффлайн все равно? Ну нет, в эфире написано. Правда, почему-то 0 человек, а вот опять оффлайн. А, нет, опять пишет в эфире. Опять офлайн. А, не опять. Он просто одну секунду пишет офлайн, потом в эфире. И где я игнорю? Я же читаю чат. Причем тут игнорю? Работает нормально в некоторых браузерах, например, в Internet Explorer. Плюс он вообще кривой какой-то весь. Плюс у него две рекламы показываются. Вместо одной. Ну да. Браузер, интернет, Explorer. Я не знаю, как в 10-м там, но в 11-м он практически не работает. Ну там только через дебаг этот режим. Не дебаг, а этот, эмуляция. Но на планшете я его не могу включить. В итоге на планшете приходится извращаться по-жесткому просто. Привет, Инферно. Да нет, просто вот пришли, говорят, что я игнорю СК2 ТВ. И вообще, что я не очень. Типа, дискриминация по признаку браузера. Если мне нравится Internet Explorer, то меня считают вообще каким-то говном. Типа, неудачник там или что-то такое. Потому что вот им нравится Chrome, значит, всем должен нравиться Chrome. Или там Firefox, или что там у них. Да как так близко? Ну что это, блин?
смысле эксклюзив? Куда он так близко-то подходит? Почему он? Почему он так близко подходит? До этого он всегда далеко почти стоял, но редко там близко был. Да почему закрытый стрим? Я поставил галочку онлайн СК2 ТВ. Ну и вот он сейчас онлайн до сих пор стоит, даже не упал. Все нормально. Ну, я даже в трансляциях пишу, все. В чем проблема? Я не понимаю. Да блин, он меня убил. Да, Инферно только у Good Game, но это бывает очень редко. Это такой второй раз за все время, сколько я стримлю. Давай, Тор, поставь. Вот выйдет, когда ОБС с этим, ну, где можно будет стримить одновременно на несколько сервисов. Вот я буду на Кибергейм, на Гудгейм и на Twitch стримить, прямо именно в три потока. Может быть, еще даже на YouTube. Нет, почему? А, ты прошел НФС? Ну, ок, Тор, давай после стрима сразу. Нет, Инферно, почему? Аргументы у меня нормальные. Я же объяснял 100 раз аргументы. Потому что он не работает в Internet Explorer, потому что там две рекламы, потому что он для пальцев хреново предназначен. То, что, то есть, например, вот когда там элементы скрыты, да, у плеера, и мне нужно громкость изменить. Как ты думаешь, что мне нужно для этого сделать? Мне нужно тыкнуть по нему пальцем, он поставится на паузу. Элементы покажутся на 1 секунду. Мне за это время нужно успеть тыкнуть пальцем по кнопке громкости. Если я успеваю, то хорошо. После этого мне нужно нажать опять play. И после этого, может быть, он возобновит игру, а может быть нет. Если нет, то придется нажать кнопку сменить сервер. Либо play stop там еще раз. Это меня вообще так не радует, честно. И да, у Good Game с этим все полный порядок. И у Twitch, кстати, тоже.
Привет, новичок. Ну, можно. В принципе, матан учит 2 семестра, да? Я пережил первую фазу. Ура! До сих пор не понимаю, как люди играют, а тем более проходят больше. Ну, блин, это интересная игра на самом деле. Прикольная. Хоть это сюжета нет, но все креативно сделано, вся игра. А башисты не люди, да? Тебе на планшете отдельная кнопка под громкость? В смысле? Нет, я имею в виду именно громкость стрима, а не громкость там звука в самом планшете там или что-то такое. А, Картофан, хочу напомнить, что ты дропнул Боши и Контру, и это тоже не очень. А, Тора, странно, а разве само не возобновляется, да? Должно, по идее. Так, Картофан, ты дропни что-нибудь еще и будет что-то новое. Блин, нафига я упал? Да блин, почему я под это попал? Дед РТ прошел НФС, ее больше не будет, что не рада, что ли? Ну так, а чё такого? А, ты не проходишь игры даже без Урусмакса? Ну, нет, это отмаза. Все подстроено. Заговор. Ну давай так вот издалека. Ну нет. Короче, нафиг не буду я тут не прыгать, ничего делать такого стрёмного. Да что ж я падаю там, блин. Перемикриваю называется.
да, лол. Так. Да, блин, ну что же делать-то? Блин, ну блять, близко, ну. Вот. Вот. Как и всегда бы. Нету. Блин, как от этого уйти? Что-то там их многовато, как от них уходить, непонятно. Как-то надо по одной платформе, что ли, спрыгивать, что-то. Вроде они не быстрые, но что-то их много очень. А мне сказал Гебастия, то что там он бесконечно будет стрелять, стоять справа. Потому что у меня тоже такой же вопрос возник. Что я сделал? Самая рандомная жопочная фаза. Ну, надо жить. И причем, я так понимаю, его атаковать нельзя, пока он в зеленом щите каком-то. Так что надо там чисто на микро сосредоточиться. Эй, ну затупил как-то вообще жестко. В смысле стадии? Ну я не знаю, я видел две. Торп проспойлерил только что, ну... Ну вообще я не знаю, как я пройду этого босса, потому что, да, что-то слишком он напряжный, по-моему. Я дохожу до второй стадии, блин, раз в час где-то.
И сразу же умираю там практически. Ну ладно, первую атаку научился вроде проходить. Но вторую... Да не знаю, ну как бы... Блин, потом включу на другом стриме. Сейчас неохота. Так ты же говорил, Костабрик, что тебя раздражает вебка. Вообще-то, насколько я помню. Привет, Корвин. А, не мешает задать такой вопрос? Ну, справедливо. Ну, Кастельван не застрял? А, ну ты хотя бы Соника убил. Чё, глазик? Да. Во, идеально. Блин, ну чё я застолпотил? Блин. Нет, я не про то говорил, я говорил про это. Ну, про его атаки вот эти, которые он там застревал. Я же не сказал, что его я прошел. Там еще он не одну атаку бы сделал бы, и на любой я мог бы слиться. Это я понимаю. Просто... Я пожелал, чтобы он продолжал в том же духе. Привет, Гебастия. В смысле мало? По-моему, наоборот, уже много. Уже вообще жесть как много. Мне уже все говорят то, что я по-донски прохожу Солгрима. Трем тысячам буду легко доходить на вторую стадию, ну спасибо. К тому времени уже дропну.
Учитывая, что в 4К, например, Луки Бастье уже вообще прошел. Вообще босса. Плюс Тор, вообще-то ты мне говорил, что это я криво прохожу. Ну, типа, как днище. Да какой меньше, чем 4500, ты чё? Ну, Инферно, если он невозможен, то что делать? Я что, буду на нем всю жизнь, что ли, сидеть? Нет, я не говорю сейчас еще, что невозможен, но я говорю если. Тор, ты сказал, что я очень долго сижу на этом, на Солгрине. Типа, уже должен был давно пройти или что-то такое. Ты у себя на стриме сказал. Что я должен был сделать? Да что-то пока не проходится. Стабрик никак не зависит. Не, Гоги Бастие. Ну, только что доходил до второй атаки во второй стадии. Два раза. Но я там не понимаю, что делать. Ну, Митрить, походу, но, блин, тяжело слишком. Да мне чат вроде не мешает. Не, ну в такие моменты, когда вот надо микрить, то я не читаю. Я читаю только в легкие моменты. Получится дроп. Вот-вот. Нет, вряд ли Костабрик. Скорее всего, я вначале слился, потом уже прочитал его. Да не, мне кажется, тебе показалось. Специально обратил внимание, но... Фиг знает. А как ты вообще определяешь? На четвертый или пятый?
Не знаю, не знаю. Да, как видишь, это вообще ничего не решает, я так и так сливаю. По-моему, уже мне достаточно играть больше. Я начал уже погибать на том, на чем не должен. Я когда только сел сегодня, я дошел до второй стадии за 2 смерти. А сейчас? Что это? Я даже до телепортов не дохожу. Правда, я не могу посмотреть, сколько я играю, потому что я же стоп-старт стрима делал. Ну, в секундах только могу посмотреть, вон они сверху-то написаны. Да почему так близко? Ну это охренеть, блин. Нет, Тор, сейчас нету, я поел. Ну, Костабрик, ну это чисто наблюдение. То, что через 2 часа, уже, ну, если ты играешь больше именно в тот момент, где ты еще не проходил, то это уже печально. Уже производительность падает где-то сразу на 70%. То есть, в принципе, шанс есть, что ты что-то продвинешься, но такой небольшой. Нормально, просто не везет. Ну, не знаю, как бы ты это говоришь по себе. То есть ты это, ну, вот это проходил уже с Алгрина. Не вести может на рандомных фазах. Как может не вести на статичных фазах? Вот там, где лазеры, да, там может не повезти, он там будет близко постоянно. А вот как вот сейчас, это что, не повезло мне сейчас? Да ну. Или вот это не повезло. Или вот это не повезло? Нет, это просто... просто... крабизм. Или вот это, может, не повезло? Ну все это, блин. Все раньше и раньше погибаю. Что он халявит в этот раз.
Да дно. Обо что я там вообще умер? А, этот, как его, Геннон. Запахло морем. Морем и не переставало Не, ну на телепортах погибать хотя бы не обидно, ну как-то, то есть, ну, не нарандомило, да, как бы, ну все норм. Блин, на предыдущих фазах раздражает уже. Ну, это ладно. Наешься овсянки перед боссом. Привет, Найтрики. Не, я манки поел перед боссом. Видно, несовместимо. Только бы внизу не появлялся. Ну вот, ну так это же норм. Блин, почему умер? Нет, на этой реке я не видел. Затуплено.
блин. Вообще много есть людей, которые на Солгрине именно дропнули больше? Или как бы кто дошел до последнего босса, те уже по-любому проходили потом? А, то есть ты именно дропнул? Я думал, ты просто решил не проходить, как бы, чтобы пройти на Хардоне. То есть, а тебя именно терпения, да, не хватило? Рейдж квит, все дела. А, ну ясно. А, Картофан еще и Солгрина дропнул? Вот оно что. Ну блин, в тайм-машин-то он посложнее боссов-то проходил, по-моему. Ты уже спрашивал, Стабрик. А, ну нет, просто если он хочет тебя запороть, он тебя запорит. Хоть что там делай. Мог догадаться? Нет. Может, у тебя просто память скоротечная, откуда я знаю. Thank you.
Ну так и надо. Ну, скоро смерть. Блин, надо было чуть дольше, да, ждать? Так я же на самый верхний-то и запрыгивал вообще-то. А, так ну я-то ее это не использовал раньше. Ну и проходил эту атаку. Найтрики, ну да, выходной сегодня. Внезапно причем. Так-то вообще-то я по вторникам обычно не выходной. Ну блин. Lost World, в смысле? Блин, опять ты путаешь Lost Planet. А, ну давай попробуем, только надо вначале будет потестить, будут ли рассинхроны там. Да что ж, блин, не выпадаю. Опять не попал. Ну ладно, ладно, давай это запишу. Да, фьюжн хамачи-то зачем? Не надо. Хамачи, ты чё, он же увеличивает пинг сильно. Да и вообще-то чем он нужен в данной ситуации? С1.6 расхамачу. Вау. Не, ну а смысл?
Это если о, это оба айпишника серые, тогда да. Наконец-то. Да, Лазар переживал на второй стадии. Потом вот эти зеленые штучки, на них сливался два раза. Ну вот, кто спрашивал? А так понял, что надо сделать, только не сковерите. А, ну вообще, если ты про то, что надо зеленые штуки на него направлять, мне уже проспойлерили, к сожалению. Или к счастью. Ну, нервные клетки, возможно, сэкономили. Не, ну что-то мне кажется, сегодня я явно не доживу до второй фазы, второй стадии. Кот на бессмертие? Так есть. Ну не кот, а это... Ну, Хоган. Ну, смысл, как понимаешь, пропадает. Тут даже как бы нельзя сказать, там, знаешь, типа, как некоторые... Я играю ради сюжета. Типа, мне пофигу, что там бессмертие. Ну тут как бы явно так не скажешь. Да, играешь ради того, чтобы умирать.
для меня это самая непроходимая атака. Ну, точнее, она просто непроходимая. Вроде до кристаллов нет, но до вот этой хек-фазы проходил. И чего? Ну я сейчас рекорд поставил по тому, до куда дошел. Хотя фаза та же, но что-то я не понял. Так его там нельзя дамажить, я пробовал стрелять, у него ничего не отнимается. Ой, затупил. Что толку с того, что я понял, что это надолго? На самом деле это не очень надолго, скоро это уже дропну. Ну именно стрим. Близко. Нетерпимо. Близко слишком. Вот повезло. Тишина такая. Да дно. Да ну нафиг, блин, реально.
Иди на Титамена, нет, спасибо, там еще хуже. Да какой рейп? Вы что, с ума сошли? Какой рейп? Ну блин, реально. Хардон я еще понимаю, но рейп... Пока я не пройду это, я даже за Хардон не сяду. So fucking close. Какой рейп, да вы с ума сошли, ну какой рейп, ну реально. Ты ж с ума сойти на рейп ходить. Тут, а тут реверейш, что, блин, меня тут натягивает меня. Только какой-то еще рейп, ну вот. А давайте кто-нибудь в Гае на импо сыграл. Я посмотрю. Чтобы овсянка быстрее прошла. Я то вообще тебя не понимаю. Выключи программу свою дурацкую. Такой быстрее, там же вроде нет сейвов вообще, да? Ну, разумеется, это сложнее. Боже, это пофигу, уровень прошел и забыл про него. А там ни про чего не забыл никогда, пока не прошел игру. А кто-нибудь вообще прошел его на Бизыгай на Impossible? Проходят.
Ну, в принципе, если больше на Total Average без смертей, да, прошли. А, ну они-то юзали сейвы. Ну, как бы. Не для смертей, а для там сбросов фаз и прочего. Да ладно. Что-то жесткие постоянно. Хотя я не видел игру, то может она легкая. Да блин, почему забиваем? Не, ну так-то неудивительно, что в России есть хоть один игрок, который на рейпе там больше проходит и все такое. А их даже не один. Первая вот эта вот стадия Сталгрина на рейпе, кстати, не особо сложная, я так понимаю. Ну, просто там дольше в конце прыгаешь и все. А вот вторая пока не знаю. Эй, ну... В смысле, какие быстрее? Зачем спидранить-то? Просто в конце стоишь и стреляешь, и всё. Фазы-то эти не отличаются ничем. Ну и то прикольно. Да ладно, там же ну легко, там не микрить-то легко вроде. Там даже не микрить, ну небольшие прыжочки делать. Фиг знает, вроде не особо там проблема. Ну, вместо 20 пулей, которые я обычно-то запускаю, надо будет где-то, ну, в 3 раза больше, ну. Да можно-то можно, но я все равно проблемы не вижу, это не особо.
Так, 1460. Не знаю, может на 1500 остановиться, хотя вообще мало. Что-то с каждым разом все меньше и меньше. А, ну потому что дольше длится каждая смерть, каждая жизнь. Я почти не сливаюсь на первых атаках. Из-за этого очень медленно счетчик пополняется. Нет, не тренил. Там же вот написано в заголовке стрима, третья часть — это всего 11 мира. В первой части я там проходил сам мир, и на Солгрине там чуть-чуть 200 смертей только нафармил. Вот. Во второй части еще там сколько-то. Кстати, по-моему, я часть-то неправильно указал, да? По-моему, это уже четвертая все-таки. Ну ладно, не важно. Ну вот, и как бы Костабрик, вот получается этот только третий стрим по Солгрину чисто. И больше я в него не играл. Ну, найтрики, ну и правильно, наверное. Я такие вещи обычно как делаю? Я стрим включаю, но либо без комментов, либо ставлю там какую-то подпись, типа там тренинг или что-то такое. Ну, то есть, типа... Ну вот если кому-то вдруг по какой-то причине интересно, они будут смотреть. Ну а так как бы я особо не зову никого, потому что скорее всего будет скучно. Но с Солгрина я точно не буду какие-то тренинги устраивать. Вот это и есть тренинги. Попытки пройти. Прямо эту зеленую штучку. По-моему, закрабил, а хотя... Ты
тут сложно было, слишком близко он стоял. Башня мегамайновская, ну, течение стрима. Да что такое, почему он второй прыжок не делал? Он второй прыжок не делал, я же жал. Не знаю, минут 40, наверное, прошел эту башню. Да, я уже забыл, какие там на второй стадии атаки и как от них уходить. В итоге, то есть, я опять дойду, один раз погибну, и я опять через час там подойду второй раз. Я опять забуду. Да опять второй прыжок не сработал. Как так? Почему не срабатывает? Сейчас работал. Ну и что я там должен был делать?
Да мне кажется, Хардон это фигня после Тотали Верейт. Ну, то есть, как бы, ну да, пару мест попарится, но в целом ты уже все знаешь, как-то. Экраны-то те же, просто там, ну, некоторые экраны придется проходить, ну, как бы, без сейва, но... Мне кажется, это уже не такая проблема в целом. Ну, разумеется, да, смертей будет побольше. Но все равно меньше, чем при первом прохождении на Тотали Верейт. Да, отлично вообще. Костабрик, а ты не хочешь пойти постримить? Да почему? Короче, если ты пойдешь сейчас постримить, то я буду рад, и я закончу тогда. Луги быстрее, у тебя походу это в качестве домашней страницы, да, установлено? В браузере. Ну что это? Повезло пока что. А, вот о чем ты говорил, Гибастия. Что 481? Но это причем в общем, да, рейтинге. А что-то Хардон у меня не открывается. И тут Тотали Верейт тоже не открывается. Короче, ничего не открывается. Кроме общего списка. Не, просто интересно, какое место среди хардонов чисто. То есть рейпы еще убрать. Можно, конечно, вычислить. Гитман 770 рекорд, а чё...
Что-то я думал меньше. Да. Это на Хардоне или что? Нет, да беги быстрее, я понимаю, как найти. Я именно по поводу среди хардонов какое место. Две тысячи 581 у Гитмана. Но это, возможно, его не лучший результат. Там же все засчитываются, я так понимаю. Ну я где-то буду на дне, почти самый последний. Ну выше Торниса, правда? Наверное. Однако это еще посмотрим. Мне интересно, сколько Торнис потратил чисто на Солгрина. Костабрик, короче, смотри, 1500 и все, и ты идешь стримить. Нет, там есть тормоз. Я знаю, что у него 29 тысяч, но сколько именно на Солгрине, это неизвестно. Это надо стримы искать его. Мне еще 7000 до Торниса. Не, ну у меня хотя бы будет не самый донский результат в истории. Там 37 тысяч, что ли, да, или 39 тысяч. У кого-то. Как можно столько, ну это жесть, я не знаю. Последняя попытка. Just Observer, кстати, я... Привет, во-первых. Во-вторых, я буду проходить на ЕЗ после Total Average. Хочу посмотреть, сколько у меня будет смертей там. И смогу ли я пройти за один присед. Ну все, 1500. Не, ну Найтрики, ну из-за читамена да, а Хардон-то имеется в виду, же будет сравнивать, это не с Тревери, что будет сравнивать с Хардоном. На каких сердечках? А, в смысле там, где платформы вот этой любви, ну, фиг его знает, посмотрим. Но зато боссы как бы вообще будут падать просто сразу. Кроме Солгрина. Ну, Солгрина за спидранью понятно, потому что я оставлял за первые три фазы, четыре, ему меньше, чем 25, значит, первую-то я за спидранью, а вторая вообще хз. Но это будет видно, когда я уже пройду Солгрина, тогда будет понятно. Ну все,
На этом-то стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Прогресс сегодня есть, хоть какой-то. Ну, значит, стрим прошел не зря. Всем пока, увидимся.